внутрь себя. Поэтому даже греческий текст подразумевает, что Бог не просто хочет жить на шкурке твоей жизни, не просто где-то возле тебя, а внутри тебя, внутрь тебя. И величайшее таинство — Христос в нас. Поэтому Эммануэль все-таки я перевожу именно, буквально, именно как внутрь нас сущий Бог. Именно так, не просто с нами Бог. Это неудивительно, что Он с нами. Но даже немецкие фашисты и то писали у себя на пряжках: с нами Бог. Но, как говорится, не дай Бог. Gott mit uns. Да, но, если быть. Да, но опять-таки, друзья, когда Бог с нами, то люди делают всякие гадости и способны на такие подлости, на все, что хочешь. Но когда внутри нас сущий Бог, это совсем другая вера, это другое христианство, это принципиальная разница вообще. Между... Это два разных вида. Это... Ладно, друзья, пусть Бог благословит вас. Погружайтесь, не погружайтесь. Погружайтесь, просаливайтесь. И тогда, действительно, вот даже если, вот, к примеру, вот сестра, как огурчик соленый, попала, допустим, вот в блюдо вот того села, допустим, да? Но если, допустим, хозяйка готовит винегрет, ей даже не надо солить этот винегрет. Если есть миска соленых огурцов, да? Порезала огурчики, перемешала, и все, блюдо соленое уже. И я верю, что Бог хочет не только нас осолять, но через нас осолить многих вокруг нас хочет осолить. Действительно, винегреты наших городов, сел там и прочее, осолить хочет. Потому он и говорил, что, уходя, опять-таки, кто уверует в меня и погрузится в меня, и пропитается мной, будет спасен. А дальше говорится о чудесах и знамениях сопровождающих. То есть, это естественно, когда ты пропитываешься им, и он в тебе уже, они просто сопровождают тогда твою жизнь. Сверхъестественно. Соль земли. Тогда мы, да, действительно, соль земли. Если Он в нас. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благослови народ Свой миром. Благослови, распусти нас в этом шаломе. Благодарю Тебя за это время, за этот семинар. Благодарю Тебя за это, Господь, такое и осмотр истории христианства о прошлом и о современном. Боже, о разного рода заблуждениях и даже свидетельства, Господь, что я сказал. Боже, пусть это все во славу Твою будет, Господь, в наших судьбах. И поможет нам, Господь, действительно погружаться в Тебя, Боже, пропитываясь Тобою, жить Тобою. Слава Тебе! Благословен Ты, Царь наш, Бог великий, всесильный. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе Адонай ве-ишмареха. Яхар Адонай панав алейха ви-хунекха. Иса Адонай панав алейха Шалом. Бешем Иешуа да Машиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Израиля, Бог патриархов и пророков, да святится имя Твое, Отец наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение,
избавь нас от лукавого. Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестрички. Шалом. Шалом. Ага.